У Гомельской области стартовала выдача сертификатов людям, которые сделали прищепку от коронавируса. Подчас программы «Пункт лежания» такое посвящение отримал гость студии телерадиокомпании «Гомель» Игорь Стома. Ректор медицинского университета первым в области вакцинировался от ковиду. Максимум в будущем такие сертификаты, которые выдаются на двух мовах, будут необходимы для поездок за мяжу. Его уручают в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина. Вакцина более чем на 90% снижает вероятность заболеть COVID-19 и практически полностью снижает возможность заболеть тяжелыми формами. Ведь самое главное – это не заболеть в том формате, когда человек попадает в реанимацию, нуждается в кислородной поддержке, и именно для этого мы и вакцинируем население. Что касается данного сертификата, то это действительно очень важный шаг для каждого из жителей нашей области. Медики нагадывают, что коронавирусом можно захворать неодноразово, и каждый наступный выпадок заражения может протекать больше тяжко, чем попередние. А кроме того, хвороба молодее. И еще один неприемный момент – так званый постковидный синдром. Специалисты кажут, что час обновления организма после коронавирусной инфекции может достигать полгода. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, треба прищепить 60-70% населения.